Буйская госавтоинспекция в очередной раз напомнила водителям о безопасности на железнодорожных переездах. Автополицейские совместно с сотрудниками Буйской дистанции пути напомнили водителям, что железнодорожный переезд – один из сложных и опасных участков дороги, требующий особого внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения. Организаторы мероприятия рассказали автомобилистам, что, согласно статистике, основная масса дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах происходит из-за нарушений водителями правил дорожного движения – проезды на запрещающий сигнал светофора на переезде или объезда водителем автомобиля закрытого шлагбаума. Также автополицейские обсудили с автомобилистами вопрос о том, что к возникновению трагедий на переездах нередко приводят ошибки водителей в оценке дорожной обстановки из-за невнимательности, торопливости, халатности, потери навыков вождения автомобиля и нахождения водителей в алкогольном опьянении. Водителям напомнили, в каких случаях запрещается выезжать на переезд и о штрафных санкциях за нарушения на железнодорожных переездах. Мы проводим акцию по предупреждению транспортных происшествий на железнодорожном переезде, а также с несовершеннолетними в зоне движения поездов. То есть у нас сейчас на данный момент положение с обеспечением безопасности движения на переездах не совсем свидетельствует о достаточности применяемых мер. Так, например, по состоянию на 1 августа на сети железных дорог произошло 136 дорожно-транспортных происшествий. А в прошлом году произошло 133 случая, то есть у нас рост ДТП на 2%. В некоторых из этих происшествий пострадали люди. Так, например, уже 63 человека пострадавших, из них 26 погибло. Это на всей сети железных дорог. Особую тревогу вызывают три случая, которые произошли в границах Северной железной дороги. Также еще у нас по сети железных дорог в этом году был уже один сход. То есть сошел поезд, два вагона, где располагались люди, к счастью, без происшествий со стороны работников РЖД. Но зато водитель, который на переезде нарушил правила, к несчастью, погиб. То есть в данный момент еще также проходит у нас месячник по обеспечению безопасности несовершеннолетних на железнодорожных путях. Он проходит с 1 сентября, с началом учебного года. И мы бы хотели обратить на это также внимание, чтобы несовершеннолетние дети не нарушали правила нахождения рядом с железными дорогами и при переходе через железнодорожные пути.